Привет! Приглашаем тебя на новый сервер хардкорной ванильной анархии. Практически никаких плагинов, полный хардкор. Никакого доната, нет тупых школьников. Самые мощные сервера, лагать не будет даже на ведре. Только у нас, версия 1.19.2. Идем играть с нами. Берет мои трансляции, нарезает. Монтажер, это всего лишь монтажер. Я когда-нибудь вырвусь из оков твоих, ты понял? Я здесь главный, я здесь главный, я. Я есть пенис Детра. Я есть пенис Детра, у меня маска, да. Я сухач, я пенис Детра, я лэг, пожалуйста, все. Просто вы, наверное, не видите эту красоту, а я вижу, потому что у меня здесь все производится максимум, маска. Я сжу Грамзана. Осуждаю! Ну и что ты на это... Вот то, сука, какой-то... Значит, приветствую всех еще раз, вот всех, кто только что присоединился, значит, самому прекрасному, красивому, сексуальному стримеру Жмышенко. Здравствуйте. Жмышенко Валерий Мечка. Значит, смотрите, пасеки. Сегодня я транслирую с веб-камеры. Вот, смотрите. Включил вебку, значит, вот, пожалуйста. Вот это настоящая вебка. Вот я включил ее, да, значит, смотрю. Вот, пожалуйста. Это я сейчас там смотрю, вот. Вот, иду, так, надо же обновлять компьютер, потому что уже жесть. Понял, ну, все, машина, все. То есть, слабенький жесть. Вот, и такие, знаешь, Сережки зашли, он такой, ты знаешь, чем больше я буду, тем же лучше. Смотрите, пожалуйста. Нахрена тебе видеокарточка, Додик? Ты все равно не играешь. Тихо. А только пердишь в микрофон и школьников по скайпу поздравляешь. Молчать, плюс сосать. Ни одну игру с хорошей графикой тихо. Не осилил. Да, да. Все, давай, наберешь. А, как у тебя дела? Ты женская полик. Да. Вот, и получается, здесь была видеокарточка Radeon RG 6900. Да. Ой, или 7900. Короче, за 79, на десятку дороже. 79 тысяч всего лишь. 79, 16 я буду. 16 я буду за 79, дядя. А что мне предлагает в этот счет я буду? Ну вот, GeForce. Сколько? 12. Это бред. Сережка говорит, ну, понял, ну как, говорит, а что, говорит, смысл платить за то, что стоит меньше? Ну типа, он говорит, стоит дороже, а по факту я буду меньше. Смысл какой? Значит, итак, смотри, короче, купили мы с Сережкой видеокарточку, Радик, 16 гигабут на борту сейчас, 16, то есть 16 тысяч пикселей на квадратный сантиметр, значит, за 12 тысяч пацан прочистил комп от пыли полностью, полностью все прочистил, у него прям кисточка специальная, раз, понял, потом установил ее, ну, поставил там, ну, драйверы все вот эти, понял, все, двенашку взял. Прочистил, еще и гарантию дал от руки, там, ну, понял, подписал, что там, раз, там, ИП там, я не помню какой, раз, еще гарантию на год, лично от своей фирмы дал, на год целый еще плюс, а прикинь, она так 3 года гарантия, еще плюс год, вот, и всего за 12 тысяч, пацан, это работало, ну, а за 90 тысяч я мог бы купить вот эту только лишь 40-70, без установки и прочистки, вот тебе и пожалуйста, как говорится, ну, понял, типа, надо думать головой, головой думать надо, понял, да, а ты что думал, так тебе, вот, думать надо головой. Сейчас я его на пешеходном мосту стрелок. Просто захлопал, пацан. Ох ты, да, ага, бабах, ты пихна. Масло. Итак, смотря. Как ты думаешь, сколько у меня сейчас кадров? Хочешь, я тебе скажу? 500. 500 кадров. Ровно 500. Боже, что ж... Это что за бред, пацаны? Это за видеокарты или просто играю так? Ладион, да. Ладик. Ладик, да. Да, смотри, как тени обработаны. Маска. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. А? Не понял. Это какой-то, блядь, сломанный велосипед. Пить. Открывай, девка. Ой, блядь. Шо за бред? Это шо за бред?
Вот я сейчас играю, да. У меня температура видеокарточки 40 градусов. Для меня это так же важно, как и для меня. Это ультра настройки максимум просто. 40 всего лишь. Именно 40. Раз, два, пошло, бимба. Раз, сейчас бэхнет. Ой. И что ты скажешь на это? Ну что? Да, вот здесь вы на экране видите, слева в углу смотря. Да. Ну и что ты скажешь? Ну, ну и что ты ляпнешь? Давай, давай, парируй, парируй. О, закачайся, обалдеешь. Это просто... Просто вы, наверное, не видите эту красоту, а я вижу, потому что у меня здесь все производится максимум, баска. Да, да. Ультра, короче, пасеки. Да, запустить тест производительности, пожалуйста. Поперли. Ну-ка. Да, да, это, короче, 4К получается. 4К. Ну-ка, смотря. Так там стоит на максимум качество, блядь. Что-то зависло все, блин. А, да, точно, не считается. Блин, блин. Сейчас. Это ультра стоит, 100%. Да. Сейчас. Блять, зависла, сука. Что-то гул какой-то с компьютера. Гул начался. Серега, открой окно, чтоб на ком подуло. Подождите, пацаны, так не считают. Это не то вообще. Это не считается, это 4К. А у меня экран не 4К. Зачем мне 4К проявлять? Ультра настройки 2К. Максимальные настройки RDR3. Кого? Заткнись. Челы сидят, смотрят, а чел тестирует свой Родион. Челы смотрят, как чел тестирует свой Родион. Ну и что ты на это... Вот то, сука, какой-то... Короче, 70, 171, да. Двадцатка-то, видимо, у меня просто провисла, ну, когда я сворачивался. Да, я просто свернулся, чел. Ты дура, я сворачивался. Итак, смотря. Ультрач. Никто ничего не видел, да? Так, никто ничего не видел. Старая лысая девушка, посмотри душевный стрим Трича, где он срывает твою лицемерную маску воришки. Пацан со всей душой и уважением делает контент, а ты ему даже не отвечаешь. Контент! Блять! Контент делает! Берет мои трансляции, нарезает. Монтажер! Да ты всего лишь монтажер! Боже, сейчас сперну. Боже мой. Не надо, Пен. Я это сделаю. Меня ничего не остановит. Не надо. Не давай, деда греха. Я сейчас сперну. Ты стоишь. Какая в игре? Же мразь, я бы тебя хлопнул в игре. Пока сука, твоя БМВ. Насрал. И убежал. А? Итак, дед, хай. Хай, как дело? Привет. Удачного стрима тебе. Спасибо, Пенису дружище. Привет. Чат, ставьте плюс, чтобы играл Пена, а не эта лысая женщина. А? Я не а? Знаю, кто это Пена. Шум. Кто это такая эта Пена? Это кто? Кто такая эта Пена? Ладно, признаюсь, пацаны, пока раз мы что-то одни, так сказать, еще не все собрались. Чисто узкий такой круг, как мой анус. Значит, ребята, честно сказать, я есть пенис детра. Я есть пенис детра, у меня маска, да. Я сухач, я пенис детра, я лэг. Пожалуйста, все. Теперь я ебу Алину, и я лежу в ее череме. Теперь ночью я делаю...
пошел ты на... Вот это Патау никнейм донатит чучело. Да мои, сука, руки ничего не крали. Это что за бред, админ? Это что за бред? Группу засрали здесь. Все. Эту сумку мне муж купил на Ламоде, да. Валера стримит кал за деньги, бан. Да. Жопу продаст за деньги, вот да. Вот это тоже бан, сука. Вот это тоже бан, сука. Изольда. Изольда Бафуметова. Получается, инстасамка сплагиатила идею рэповать на твою тематику. То же самое, что и у тебя, только женщина. Ой, получается, что разницы нет вообще. ЛПДБ, КДХ, ЛПД 6, Б4, ЛАК 6, ТРОХ, КРУТ, МДМ 5, ФЗ 2, СТАТФ, КРУТ, КТ. Кто эти люди? Я ХЗ. Каких-то лохов кидаю, я даже ХЗ, кто это? Как насчет пососать моего пескоструйчика? Хочешь? А если я тебя дюзну? Хочешь? А если я сильно напрягусь? Хочешь? Пожалуйста. Пуки! Опа, двойная. Перестань быть терпилой и забери этот паток. Пеносила, пеносила, пеносил. Чё ты смотришь? Я когда-нибудь вырвусь из оков твоих, ты понял? Я здесь главный, я здесь главный, я. Свободу чувствует, власть. Хотя нет никакой власти здесь, я власть, Жмышенко. Я здесь главный. Как вы быстро вообще печатаете, слушайте? Передайте привет моей подруге. Я сжо Грамзана. Осуждаю! Грамзаном. Чё ты сделал? Я ничего, привет какой-то подруге надо передать. А кто подруга твоя? Я сжо Грамзана. А кто что? Подруга твоя? Какой подруге привет хоть передать? Имя напиши. Мне. А тебе? Да. Смотри, что доделал, чмо. Пена, что ты сделал? I want you, baby, please. Я не мужчина. 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 Бля, в смысле? Пена, что ты сделал? I want you, baby, please. Я не мужчина. 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 Бля, в смысле? Ай-яй-яй-яй. Какой же бред, сука. А, все, пока, ребят, споки-ноки, люблю, целую, обнимаю. До свидания, все, пока-пока. Господи, так хочется тепла вот этого, чтобы ты подошел ко мне и сказал, слышишь, мальчик мой, медвежоночек, какой ты у меня хорошенький, сука, ты сидишь своим интернетом, блядь, сука, совсем жизни не видишь. Не видишь, я здесь, золото твое рядом, а ты не видишь меня, понимаешь, ты своим интернетом, сука, блядь.